сука, блядь. Рот там, сука, закрой, блядь, свой, слышишь, нахуй? Вы еще ничего не видели? Я знаю. Все нахуй. Я понял, понял. Ребята, всем привет, с вами Литвин. Сегодня будет пранк, сегодня будет пиздец, что за пранк. Пиздец, что за пранк. Я в прошлом ролике сказал то, что был пранк, типа, самый лучший на ютубе, самый жесткий. Но сегодня будет жестче пранк. Сегодня будет... Да чего ж тут темнить, ебать, пойдем, я расскажу все. Сегодня пранк, который мы снимем с Алишкой. Бля, всем салют, это будет реально жестко. А теперь пойдем покажем, что будет. Алишка, выходи. Я думаю, всем известно, что, как правило, в самых топовых торговых центрах Москвы охранники при въезде на парковку проверяют багажники. Но сегодня они даже не догадываются, что их будет ждать в багажнике гелика. Мы связали сегодня Супу, который будет сегодня так исполнять, друзья. Он просто будет вот так вот. Но перед тем, как охранники заглянут, мы всячески будем их отговаривать туда заглянуть. Мы будем им даже бабки предлагать. Не заглядывайте, пожалуйста. А потом, когда он заглянет, будет соответственно реакция. Мы проедемся по многим торговым центрам Москвы и прощупаем охранников на прочность. Дальше слово за Алишкой. Алишка не готов, поэтому я скажу, друзья, знаете что? Поехали! Ёпты, блядь! Ой, дверь холодно, блядь! Бля, я забыл, брат, забыл. Всё, Сонька, запись начала. Холодно? Всё, я пошёл. Всё, едем. Гелик, тут вас в деле, понял, не канителит. Классик, девять, тонировка, ночь, север. Там тостелит, я еле-еле, Джани шевели. Чё, финик или гелик? Блять, страшно, сука, я ебал. Че, ему сразу предлагать бабки, слышишь? Стой, это считается, что взятка? Да не, он же не должен сналиться. 100%. Че, мне сразу выскакивать и говорить, давай, слышишь, не будем, да? Они сразу в багажник уйдут. Стой, я понял. Стой, дай я сейчас выйду. Стой, скажу. Друг, типа, давай не будешь проверять, типа, давайте монету. Слушай, подожди. Слушай, а ты можешь не проверять багажник? Слушай, иди на лапу, да, можешь не проверять багажник. Нет, там чувачок начудил просто немножечко, нельзя проверять. Ну, ты можешь развернуться, я подержу машину, ты выйдешь назад. Слушай, да нам надо заехать, у нас встреча там, Серега. Либо ты открываешь, либо нет. Ну, просто посмотри и все. Все, открывай. Закрывай. Где бар? Снежаги. Все, они верят. Что случилось? А что случилось? А? Ну все, давайте мы тогда развернемся, поедем. Дружище, ты еще ничего не видел, ладно? Договорились? Ты уезжаешь? Ну, конечно, я уезжаю. Дружище, ты еще тоже, да, ничего не видел? Чего? Ну, ты ничего не видел. Чего не видел? А то приедем, нахуй. Будем стрелять, нахуй. И что это? Ну, это все, пизда будет, я тебе говорю, сразу. По коленям сразу. Все, нахуй, слышишь? Все, что ли? Ну да, не отпускают. Реально отпускают? Да, отпускают, прикинь, говорит, типа, ставь шипы сначала. Я говорю, давай мы просто уедем. Говорит, давай, ладно. А ты реально человек был бы? В натуре, слушай. Слушай, дружище, это на самом деле пранк был, мы снимали. И вот такой сразу сходу вопрос. А представляешь, вот реальный человек вот так вот был бы, лежал. И ты бы вот так вот отпустил. А человек реально умирает. Неправильно это, запомни это. Братва, около Европейского мы простояли после нашего пранка еще примерно
ну, минут, наверное, 15. Никакой полиции не приехало, значит, они, соответственно, никого даже не вызвали и не удосужились проверить, реально ли был это пранк. Короче, по мне, так это вообще пизда. И наш пранк перерастает уже в социальный эксперимент. Это просто пизда, это вообще... Английский на это ноу слов. Нет слов вообще просто. Мы подъезжаем на парковку, блядь. Человек видит трупа, блядь, уже. Почти трупа, ебать. Избитого человека, блядь, перевязанного. Он говорит, ебать, да, вы можете ехать, типа. Человеку помощь, ебать, если реально нужна, ебать. Человека просто вот так вот он взял и сбагрил, ебать. Да, ебать, езжайте, езжайте. В таких случаях что надо делать, ебать? Моментально, нахуй, просто окружать их там столько охранников. Окружать тачку, нахуй, просто своих соборовских там просто подгонять, нахуй, вызывать ментов. Вот в таких ситуациях, по сути, как и надо. На что мы и рассчитывали. Пиздец. Это охрана европейского, нахуй. Знаете их в лицо, ебать. Потом они меня, конечно, выебут, нахуй, где-нибудь в Москве. Но это вот, это пиздец. У меня нет слов, нахуй. А теперь мы едем проверять следующий торговый центр под названием Центральный детский магазин. Посмотрим, насколько там будет активная охрана. Погнали. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay. Братан, стой, подожди, пожалуйста. Слушай, можем багажник не открывать? Нельзя никак. Слушай, мне реально так. Я тебя понимаю, но никак нельзя. У меня камера смотрит, 10-50 и все. Так что... Ну ладно, открываем там. Ну ты главное запусти, да и все, там нормально. Там просто парень, слышишь? Пойди. Там просто парень начудил. Пропускай. Запустил, блядь! Да! Да ну нахуй! Ебануться! Вы чё, блядь, охранники, сука, кститесь, блядь! Подожди, может, ментов вызовет. Если он реально, да, вот так вот раз пропустил, виду даже не подал, понял? Да, да. То он красава пиздец сейчас, если вызовет ментов. Стой, смотри, смотри, чё, народ, чё, мужики смотрят, смотри. Слышь, короче, сейчас тут тепло, тут тепло. Тебе охуенно, но мне не чистит. Скажи сейчас, что про это. Тебе холодно? Мне чистит, нахуй. Че у тебя? Чистит, блядь. Цистит? Че такое цистит? Не знаю. А хуй ты говоришь, что у меня пизда, блядь, я заболею. Теплый. Че теплый, блядь? Теплый, вспотевший. Пока запустили, сейчас ожидаем, возможно, вызовет полицию. Если вызовет, то красавчик. Если не вызовет, то самый конченый пидор, вот так могу сказать. Потому что, опять же, повторюсь, мало ли мы кто, мало ли мы серийные убийцы, мало ли мы вообще бандюги. Я считаю, что пранк, который мы сейчас снимаем, это очень крутой пранк. И это одновременно социалочка такая хорошая. Жопа мерзнет, блядь. У меня футболка мала, мне жопа подала. Короче, простояли мы примерно 20 минут, никакой полиции нету. Соответственно, если охранник реально вызвал полицию, она бы приехала, ну, максимум через минут 5, 7, 8 максимум. Ну, не 20 точно, поэтому он никого не вызвал. Два торговых центра не прошли проверку. Это европейский и центральный детский магазин. Остался последний ЦУМ. Но мне кажется, тоже ничего не будет. А самое главное, что охранники верили и не вызывали полицию. Поехали дальше. Да ёбаный в рот! Пиздец, блядь! Да нам нахуй туда не надо ехать, блядь! Сука, блядь! Сука, узнал, блядь! Узнал, реально? Блин, я вижу, что-то ничего нету. Пацаны, как, подожди, стой! Не-не-не, стой! Я не могу, Миша, не могу! Миша, я не могу, блядь!
If Peter Piper packed them, I bet you Remy ducked them. I told you not to touch them, it's not a touch. Братва, это новый день. В тот день мы просто не успели доснять из-за бешеных пробок в Москве. И сегодня мы немножко упростим задачу нашим охранникам. Мы выбрали немножко лайтовую тачку, потому что мало ли на гелик они как-то реагировали, типа, ну слишком, гелик слишком внушающий был, слишком пугающий аппарат. Поэтому мы сегодня будем на лайтовой тачке. А самое главное, мне очень неприятно, мне реально дико неприятно, что охранники так относятся к своей работе. Просто после таких моментов сразу вспоминаешь случаи в Керчи, множество терактов. Это тот же самый случай, я также могу провести бомбу, но почему я ее не провожу, да просто YouTube не пронесет такой ролик. Даже за муляж сейчас полиция меня просто выебет, поэтому мы просто едем с телом окровавленным. Это то же самое, но, сука, охрана не действует. Сейчас мы находимся около бизнес-центра «Монарх». Бизнес-центр — это посерьезнее торгового центра будет, там серьезные люди, да, сидят. И, по сути, там пиздец как должны проверять. Не то чтобы даже проверять, там пиздец какие жесткие охранники в бизнес-центрах должны быть. Сука, не дай бог нахуй подведете охранники, смотрите, блядь, я уже еду, блядь. Погнали! Слушайте, такой вопрос, вариант этот багажник не открывать? Почему? Ну, у нас полностью. Не, я понимаю, слушай, давайте мы там монету вам дадим немножечко там. Вообще без вариантов. На коньячок вам может. Нет, нет, нет. Подожди, давай. Сейчас. Слушай, давайте вы просто проверите быстро и все, ладно? Там просто такой момент, там парень навыебывался там. Ни бомбы, ничего, как бы, естественно. Я понимаю. Но у нас багажник проверяет. Я понял, ну все, ну вы проверьте, вы просто ничего не видели и все. Какой-то лежит у вас. Ну там накосячил парень просто. А, ну вы это, ребят, только без всякого этого. Хорошо? Без чего всякого? Ну нормально, чтобы все было хорошо. Ну как, это, конечно, все нормально. Сейчас, ну вы за. Ну, вы ну тогда что, мы можем не открывать багажник, нет, заедем, нет, так? Вы нам хотя бы так визуально приоткройте, чтобы мы видели, где все. Я понял. Ну подойдите, чтобы никто не видел. Подойдите, пожалуйста, чтобы никто не видел. Все, вопросов нету, правильно? Давайте. Это вообще пизда, слышишь? Это вообще пизда. У меня вообще нахуй нет слов. У меня нахуй вообще нет слов. Вы че, ёбнулись, ребята, нахуй? Может, они пропалили, что ли? Нихуя они нахуй не пропалили, блядь. Куда нахуй? Это вообще пизда. Ёб твою мать! Это вообще, блядь! Сука! Ебучая охрана, блядь, вы долбоёбы! Ну как так, нахуй? Человек мёртвый, ебать, лежит, нахуй. Они чё, ёбнулись вообще? Это вот охрана наших торговых центров, ребята. Это вот потом вот так вот, а нахуй, бомбы закладывают. Я не хочу себя нравственного долбоёба строить, но это реально пизда. Ну как так можно пропустить, нахуй? Как так можно пропустить, нахуй? Он говорит мне просто, покажи нам для вида, ебать, сделай для вида. Да вот так, нахуй, для вида и бомбы у вас, значит, проносят, дяди, нахуй. Короче, друзья, мы подъезжаем в такой бизнес-центр, я хуй его знаю. Ебать, он огромный, нахуй. Прям такая круглая башня. Я, сука, вам даю последний шанс, нахуй. Если вы меня сегодня не скрутите, блядь, то, блядь, вообще это будет разъеб, нахуй, всех торговых центров, нахуй. Это сразу, ебать. Замена охраны, ебать, сразу вся, ебать. Оптом, нахуй. Здравствуйте. Заехать-то можно? Нет, почему? Только для арендатора. И заказов. А как заказать? Или это... Кому едете? А у нас встреча будет, мы не успели, опаздываем. У нас бизнес-встреча будет сейчас с Сан Санычем. Хорошо, вот. Понимаешь, что стороне. Слушайте, а если на коньячок там что-нибудь такое? А? На коньячок там хороший какой-нибудь. Не, ребят. Мне коньяк очень пойдет, слушай, дорого. Камер пишет. Давит колонн. Сейчас. Сука, блядь. Рот там, сука, закрой, блядь, вы слышите? Вы еще ничего не видели? Я знаю. Все нахуй. Я понял, понял.
Мы проехали 5 торговых центров, в 5 торговых центрах все проебались. Притом топовых, европейские. В ЦУМе нас узнали, ЦДМ, центральный детский магазин. Бизнес-центр Монарх. И вот огромный бизнес-центр, который, бля, в раз 60, блядь, больше Монарха. Ну ёба, все, и не. Ну все, братан, успокаивайся, ебать, и пойдем. И ни один пост охраны не справился со своей задачей. Короче, с вами был Литвин. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего, ебать, происходящего, по поводу всего этого хаоса, блядь, по поводу всего вообще. Ну, нежити, нахуй, нежити. Пишите обязательно в комментариях. Если вам понравился ролик, ставьте вот такой палец вверх. Если вам не понравился, ставьте вот такой палец вниз. Пишите ваши комментарии обязательно. И делитесь этим видео с друзьями, с друзьями. У меня язык, языка заплекается. С вами был Литвин, спасибо, что посмотрели это видео, пока.